Рабочий день участкового уполномоченного Александра Якушкина начинается в 9 часов утра. Дальше идет инструктаж и ознакомление со сводкой за прошедшие сутки. Участковый, признается Александр, это главное звено одной цепи между полицией и населением. Ведь он первый, к кому обращаются жители за помощью при любом правонарушении. В зависимости от граждан, вот кто обращается, там всякие есть, например, кого-то соседи беспокоят, кто-то там живет, шумят, например. Участок Александра Якушкина – это микрорайон Солнечный и четная сторона Советской улицы. Эти дворы он знает как свои пять пальцев. Капитан полиции рассказывает, жители обращаются по разным причинам. Но наиболее частые заявления – по нарушениям общественного порядка. У нас с того торца бомжи жили в этом подвале. Там они ковров натащили, там целая стая их жило. Но вот никто не ЖКХ не реагировал, а дверь открыта. Позвонил ему, приехал он. Все решили проблему в течение там часа. Всех повыкидывали, все ковры несли на помойку. Главным в своей работе Александр называет общение с людьми. Участковый должен быть настоящим психологом, находить подход к каждому человеку. Кому-то помягче, кому-то построже. Основная задача – предотвратить преступления. Поэтому профилактическим беседам с населением уделяется большое количество времени. Кого не знаете, лучше не открывать. Если кто пришел даже с каких-нибудь социальных служб, кем представляет, лучше позвонить родственникам, там, дочери своей, сказать, вот такая вот ситуация, пришли ко мне то, ну, такие-то граждане. Чтобы дочь сама пришла, посмотрела. Либо какие подозрительные граждане будут, можете позвонить мне, например. На всероссийский конкурс «Народный участковый» Александра выдвинуло руководство. Он на протяжении 2 лет имеет хорошие показатели по раскрытию и профилактике преступлений и административных правонарушений в Видновском отделении полиции. Но самым важным достижением в его работе оценили взаимопонимание с населением своего участка. Много было разных участковых, но как-то мы их плохо знали. Ну вот последний вот участковый, он много работает у нас уже. Я его лично отлично знаю. Многие тут мои мужи, мужчины, женщины, все знают его. Очень отзывчивый такой. Александр Якушкин победил на местном уровне, набрав наибольшее количество голосов. На 2-м этапе конкурса он будет бороться уже за звание лучшего в Подмосковье. Проголосовать за участкового можно на сайте Главного управления МВД России по Московской области с 7 по 16 октября. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ.